Рождество. О, есть! Волшебное время, когда все члены большой семьи собираются вместе и благодарят Бога за то, что такое случается лишь раз в году. Это Шарлотта Купер. Счастливого Рождества! Она одержима одним непреодолимым желанием. Мы собираемся вместе лишь раз в году. Я хочу, чтобы все запомнили идеальное Рождество. Вот эта улица. И мы встретим идеального Санту! Года! Кажется, тут их распродажа. Он существует? Ее дочь Леонора застряла в поисках идеального парня. Все просто мечтают устроить мою личную жизнь. Да, мы едва знакомы, но побудь моим парнем хотя бы один вечер. С какой стати? Мои родители будут счастливы. Надо только договориться, сколько мы уже встречаемся. И как тебя зовут? Дэнг! Ее сестра Эмма подбирает идеальный подарок. Это недоразумение. Зачем вы взяли в рот брошку? Я думала, это леденец. А ее сын Хэнк ловит кайф от жизни отцом-одиночки. У Мэдисон теперь новый стиль общения, только в оборок не падайте, ладно? Скажи привет дедушке с бабушкой. Привет, Мэдисон. Но ты старый пердун. Папа, не надо. Обманы у нас смех и радость. Это Рождество. Счастье по расписанию каждый год. Что бы ни случилось, мы одна семья. Они. На какой скорости мы поедем? Мам, пап, это Джо. Мы помолвлены. Mm? Так выпьем за это. Я алкоголик. Это шутка. Шутник. Люблю сострить. Ах ты. Бабушка и дедушка потерявшейся девочки, подойдите к кассе номер 5. Где ты, пердун вонючий?